Та-дам-та-дам! Всем привет, в эфире GoritzMagic.ru. Только что мне на телефон пришло вот такое сообщение. Смотрите внимательно, читаем. Зачислено 197 рублей 60 копеек через Kiwi кошелек. Подробнее на Kiwi трын-трын-трын-трын. Номер +7 904 053 0053. Буквально через 3-5 минут приходит сообщение: извините, клала мужу 200 ра, по ошибке положила вам, мужу положила повторно, верните, пожалуйста, дочке на Билайн. И вот этот номер 8 903 849 4706. Заранее спасибо. Смотрим сегодняшнее число: 14-32-31-03-2016. Дело в том, что никаких 197 ра мне на кошелек не приходило. Я знаю, что у меня на счете телефона лежит всего лишь 10 рублей, и что 197 ра там точно не появлялось. Я проверял неоднократно в течение, ну, буквально 20 минут. В общем, я так предполагаю, что это развод на добрых дяденек и тетенек. То есть вам как бы якобы приходит 197 рублей, и вы их должны отправить... Ну, наверное, на этот номер телефона. Я не знаю. Вот. Но по факту вам ничего не приходит. Будьте бдительны, будьте внимательней и осторожней. С вами была Молния от GoritzMagic.ru. До скорых встреч.